начале 50-х годов, по личному указанию Сталина, перед разработчиками была поставлена, казалось бы, неразрешимая задача – построить самолет-носитель ядерного оружия, который был бы способен летать на расстоянии свыше 10 тысяч километров, то есть достигать территории США и возвращаться обратно. Уникальных решений при создании самолета потребовалось немало. Несмотря на огромные трудности, в том числе технологические, конструкторы со столь трудной задачей справились. С тех пор было построено много модификаций Ту-95. Крайней стала Ту-95МС. В ответ на перевооружение американцами своих стратегических бомбардировщиков Б-52 «Стратофортресс» с крылатыми ракетами, в начале 70-х годов начались работы по созданию малогабаритных стратегических авиационных крылатых ракет Х-55. В качестве носителя новых ракет был выбран противолодочный самолет Ту-142М, первоначально получивший обозначение Ту-142МС. На том этапе он рассматривался в качестве альтернативы более сложному и дорогостоящему многорежимному Ту-160, также оснащенному крылатыми ракетами. Но позже решили продолжать работы по программам параллельно. В 1981 году этот самолет был принят на вооружение и получил индекс Ту-95МС. Малогабаритная крылатая ракета Х-55. Это главное оружие российской стратегической авиации. Ракетоносец Ту-95МС, оснащенный 6 такими ракетами, может решать любые стратегические задачи. Первоначально Ту-95МС предполагалось оборудовать 2 грузоотсеками, каждый из которых должен был вмещать 6 крылатых ракет на многопозиционных барабанных пусковых установках. Однако сложности с обеспечением центровки, а также большой объем доработок заставили конструкторов ограничиться одним грузоотсеком на 6 ракет. Они устанавливаются в брюхе ракетоносца в установке, которая напоминает барабан револьвера. Проворот и очередная ракета ушла на цель. Строились 2 модификации бомбардировщика-ракетоносца. Ту-95МС-6 с ракетным вооружением, размещенным в грузоотсеке и на 2 подкрыльевых узлах внешней подвески. Он нес 10 ракет. И Ту-95МС-16 с 4 подкрыльевыми узлами подвески, способный нести 16 ракет. Последний имеет ряд отличий. В частности, подверглось изменению кабинное приборное оборудование. Улучшилась эргономика кабины. В дальнейшем, в соответствии с условиями российско-американских договоренностей по стратегическим наступательным вооружениям, все самолеты были стандартизированы под вооружение варианта Ту-95МС-6 без подкрыльевых подвесок. В настоящее время в ВВС России имеется около 60 самолетов Ту-95МС. На ракетоносце установлен бортовой комплекс обороны, включающие средства разведки, системы постановки активных и пассивных помех, а также навигационно-прицельный комплекс с бортовой радиолокационной системой «Обзор». Экипаж самолета состоит из 7 человек. 2 летчика, борт-инженер, оператор бортовых средств связи, 2 штурмана. Еще один член экипажа находится в корме. Здесь находится 7-й член экипажа. Кормовой стрелок или командир огневых установок. Во время полета он должен отражать атаки вражеских истребителей и вести наблюдение. Кормовому стрелку приходится сложнее всего. Во время полета он находится один в тесной кабине. Все равно все на связи, общайся. Ну, бывает, когда, так сказать, скучновато становится, все равно так, где-то шуточка, где-то так, ну, все равно все вместе. То, что один, как бы, просто дополнительная ответственность, потому что если в первой кабине где-то что-то как-то еще помогут, вдруг, если что-то, тут уже только сам на себя рассчитываешь. В распоряжении кормового стрелка 2 пушки, но в случае реальных боевых действий они вряд ли понадобятся. Ракетоносец будет прикрывать наши истребители. Да и дальность полета крылатой ракеты 2500 километров
позволяет 95-му нанести удар по цели на значительном удалении от зоны действия вражеских перехватчиков. Когда разрабатывали самолет Ту-95, конструкторы предлагали в нем разместить комнату отдыха для экипажа и откидные кровати. Но первой жертвой в борьбе за вес стал комфорт экипажа. Здесь оставили все самое необходимое – туалет, жарочный шкаф и кипятильник. Борьба за снижение веса началась после получения реального оборудования. В итоге пришлось отказаться и от катапульты. В случае опасности летчики соскальзывают в люк по специальному настилу. Относительно невысокая скорость полета делает такой простой способ эвакуации вполне возможным. В 1989 году на серийных Ту-95МС было установлено 60 рекордов скорости и высоты полета с грузом. Выпуск самолетов прекратили только в 1992 году. В настоящее время в АНТК имени Туполева ведутся работы по созданию новой модификации 95-го. По замыслу конструкторов, самолет получит самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Он может нести на внутренних и внешних узлах подвески 8 стратегических ракет нового поколения, способных, как говорят специалисты, влететь в футбольные ворота с расстояния в 5000 километров, или 14 тактических крылатых ракет, также нового поколения. Ту-95МС является основой воздушных стратегических сил России. Самолет, созданный более чем полвека назад, с честью несет боевую вахту и в 21-м столетии.